Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тут такое дело. Я задерживаю даже Володю. Записать ролик необходимо было. Маленький. Я давно уже выставил ролик один. И на него стали нападать. Прямо усиленно нападает. И видно, что они что-то нашли. И любыми путями теперь надо, чтобы я перед ними покаялся. Перед ними я их и не видел, людей, или перед обществом. Вот. Тема так называется. Мужчины и женщины. Равны ли к ним требования в одеянии? Было у нас там, ребята подготавливали место для крещения. Ну, ходя в трусах. Все. Даже, кажется, не в плавках, в трусах еще были. И напали. Как так? Голые тела. А там голые. И начали где-то. Я тогда открыл. Бытие 9.20. Ной начал возделывать землю, насадил виноградник. И выпил он вина, я пил, и лежал обнаженным в шатре своем, обнаженным. Никаких трусов не было, то, что на человеке надето было, и все, обнаженным. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Про этих братьев нигде не говорится, а у этого сын. Вот я на того столкует, что раз у него только у Хама сын был, значит, он был зачатый во время потопа. Даже вот эта похоть не была погашена и страшным мировым бедствием, катаклизмом. Сим же и Афет взяли одежду и положили его на плечи свои, пошли задом и прикрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего, не то, что знают. Они не видели, закрыли глаза и не видели. А Хам видел. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. Что сделал? И сказал, расследование какое, что сделал? Сказал братьям, больше ты ничего не делал. То не подходил, не сыпал, ничего не делал, но не прикрыл наготу. И сказал, проклят Ханаан, это сын его. Раб рабов будет он у братьев своих. Виссарион епископ говорит, что мальчишка первого увидал, сказал отцу, а тот пошел уже и братьям и прочее. Это он проклял внука. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да вселится в шатрах Симовых. Но это то, что мы обращаемся к вере, пришедшей из Иудеи. Ханаан же будет рабом его, черный континент. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет. И он умер. 600 лет до потопа. Вот вопрос-то в чем стоит. Ну, виноват-то Ной во всем. Тут даже не надо ничего и говорить. Выпил вина, размотал. Ну, какой пример-то? Но ни разу, нигде, ни один святой отец, ни сама Библия Ноя нигде за это не упрекает. И никто это проклятие не пытается снять. Ну, несправедливо по-человечески-то. Ты же пример какой дал? А вот задумаемся, что хамье. В первую очередь возраст, происхождение. И чего они увидели-то? Увидели наготу. Да у вас-то такая же нагота. Почему вы не смеетесь? Вы себя чаще видите. То есть хамье. И вот это хамье иногда прорывается. Оно здесь. Почему? Блудное хамье. Почему считается, Ханаан, значит, был, зачатый был еще на корабле. На Ноевом этом ковчеге. Блудливое хамье. Они увидели наготу отца. И теперь хохочет, кривляется за кустами. У меня стихотворение есть. Снохи все там зашептались. Зажился дед, изгадился. Но мы смотрим по житиям святых и везде. По Библии, когда Господь желает показать, как осрамила себя дочь Израилева, говорит, поднимет подол. Переходить будут пяты видно, потому что пят не было видно. А про мужчину никогда не говорится, что он будет посрамлен и раздет. Вообще нету. Нигде ни разу. Напротив, Бог повелевает даже раздеться, ходить голым, совершенно голым по городу. А тут увидели человека в трусах, что и тем более человек работает там, или может в бане был, угорел там, шел как пьяный был. И прямо изгаляются всячески. Я гляжу на них, и лесопилка началась. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море. То есть работали они, это от берега рядом было, и видно было, что он голый. Наг, ногой это голый. Тут толковать ничего не надо. Голый был, голый был. Почему? Берегли одежду. У нас такое бывает. Он был наг.
опоясался одеждою. Но есть нагота не это только, есть духовная. И люди, когда начинают целомудренничать сверх меры, то как раз они находят для себя ответ здесь. А они находятся в другом виде, раздетые на самом деле. И отвлекающий маневр делает, а тот-то там где-то разделся. Увидели президента, там где-то он купается, нападают на него. А он не должен был таким быть. Что он сделал-то? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, то есть про себя ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот что за этим открывается. Вот за этими хулителями, вот это сколько здесь несчастен? Раз, жалок, нищ, слеп, наг. Пять. Пять органов чувств у человека. Все поражены. Но они отвлекающим маневром, гоготанием, насмешкой, хам прикрыл, пытался прикрыть свое хамское нутро. И вот черный континент, сколько они претерпели, негры. Каких насмешек не вытерпели. Ну, я немного взял из жития святых. 1 мая, Серапион. Носил грубую льняную одежду, синдон. Этот синдон он отдал нищему. А как дальше? Отдал и голый ходил. Виссарион. Зной встречал всегда в одежде, какая едва прикрывала его наготу. Ануфрий. Вся одежда состояла из листьев на бедрах и бороды до земли. Листья на бедрах, как все ходят дикари. И никто их за это не осуждает. Никак. 18 июля. Ян многострадали. Страсть пылала в нем. И он решился жить нагим. Он зарылся по плечи в землю. Жить нагим. Нигде его не жетописатель, никто не осуждает за это. Семен Еродивый. Ходил голый по базару. Ну это Еродивый. Да он не был-то Еродивый. Он прикидывался им. Его за это церковь не судит никто. 30 августа. Афонтина. 4 года от Афонтин ходил в совершенной наготе. Это жития святых. Ни одной женщины такое не было, не считая в пустыне. Мария Египетская там обвешала одежду. Ну разные отношения-то. Разные отношения всегда было. Я могу перечислять там Аполлинария, Евгения, там, которые переодевались, а Анастасия переодевались в мужскую одежду. Но в женскую ни одного случая нету. Ни одного. В монастыри проникали женщины мужские. Ни один мужчина женский нет. То есть, ну, разные отношения. И кому это непонятно? Посмотрите, как мусульмане одевают женщин, а для мужчин ничего этого нету. Вот здесь они работают, когда до пояса раздеты, работают. Потому что жарко им. Дальше. 30 августа. Александр Сибирский. Одежда заплатанная. Многие из одежды, из-за одежды смеялись над ним, из-за заплаток. Так я житиях-то святых сколько могу показать, я их насчитывал. Сергий Радонежский, 25 сентября. Не любил мягкие одежды, шил себе из гнилого куска материи и носил всегда заплатанную одежду. А на меня прям наваливается, да заплатанная, да ты хвалишься, тебе деньги за это дают. Я говорю, под каждой заплатой по миллиону. Пелагея, непокрытая голова и плечи. Это одежда блудниц в то время, 8 октября. Исаия, 20 глава, 2 стих. В то самое время Господь сказал Исаии, пророку. Это великие пророки, а есть малые. Сыну Амосу. Так, пойди, сними в речище шресл твоих. То есть у него ничего не было, только на шреслах. И сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил босой, ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой. Бог подтверждает. И босой 3 года в указание признаменования о Египте. Ну и далее. Женщина, даже подол поднятый, то считалось посрамлением. Да мужчины нету. Указание дал Господь. Ну дал, он и пошел. Я хочу еще показать одно житие, ну, довольно интересное. Это Серапион, он говорит. Блаженный встретил некоего человека, который был введен за долг в темницу. Пожалев его, но не имея ничего, чтобы он мог дать ему, преподобный продал Евангелие, которое носил с собой, и отдал вырученные деньги, уплатив долг человека того. Затем Серапион пришел в хижину, в которой иногда пребывал. Ученик преподобный, увидев его нагим, каким увидел? Нагим, голый, спросил его, а где твой плащ, честный отче? У него, кроме плаща, ничего не было. Старец отвечал, я послал его туда, где вместо его мы найдем во много раз лучшее. Ученик снова сказал, а Евангелие малое где? Старец отвечал, чадо мое. Евангелие каждый день говорило мне, Матфея 19, 21, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим,
и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. А для чего? Чтобы приобрести его в день судный. Я послушал его и сделал так, как оно советовало мне. Я продал его и вырученные деньги отдал нуждающемуся, дабы приобрести себе милость у Бога нашего Иисуса Христа за то, что я послушал его Святой Евангелие. Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. И нигде его в житиях никто не осуждает. А к чему я это говорю? Я из бани иду, из бани, в деревне. Там 50 метров до дому. Если я надену одежду, а она у меня только постиранная, мне надо ее быстро просушить, я опять надеваю и иду в храм. А вот вы раздевши, ладно бы так, а то выставили в интернет то другое. Вот понимаете как? Вот вы тут явно, что вы не правы. Ну хорошо, я был юродивый. Ну, таким меня и называют. Ну да, я был пьяный, как ной. Я был угорелый. Пьяный, угорелый, ничем почти не отличается. Из бани вышел. Но у меня берут интервью. И ни один до сегодняшнего дня нигде не указывал на то, что я вот шел в трусах. В трусах. Не ногой. Это не ногой. Да и кого смотреть-то? 77 лет там. Мощи одни. Но главное это слова, которые говорил. Все говорят, сколько знаешь человек где. Охамели, прямо охамели. Там видно, что пацанята всякие нападают и свищут. Почему? А я это еще не испытал. Там от попов, от архиереев были нападки. Но вот такого хамства не видел. И я поясняю, нет никакого греха. Нет никакого. Я не по улице пошел, во своем дворе. Ну, вы же выставили в интернет. Ну и что? Значит, я считаю это ни во что. Если кто-то увидел. Нагота моя прикрыта. Почему? Набедренная повязка. Трусы считайте набедренной повязкой. А Ануфрий ходил. Самые великие святые. А пророк, мы сейчас только считали, это не день, не два. Если бы день-два, еще раз вернемся. Чуть-чуть только глянем. Что это повеление? В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, пойди и сними с себя вретище, сними вретище, чресла твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Я шел как раз босиком, и сбросил все, ну не все, сказал Господь, ходил ногой и босой 3 года. Но я прошел там несколько минут. Я подражаю пророку Исаии, подражаю Ануфрию, подражаю другим отцам. Если хотите, возьмите. Ну, вы наготу прикройте, отверните глаза. Что вы увидели-то, мужчина? Ничего вы не увидели. Одетый, свидетельствую о Боге и то другое. Это я никакого не оправдываю. Если виноват, прости, Господи. Кто? Но это значит, что лицемеры, хамье. Повторяю, что Ной нигде не порицается ни разу. Ну и прикрыли бы наготу. Ну прикрыть-то прикрыли, но весь мир про это знает. А все равно, что выставить в интернет. Это, понимаете, об этом сказано, уже ничего дальше не изменишь. Ну блудник, и можно не смотреть, как он блуд творил, если он блудник. Здесь ничего нету, ничего такого, чтобы, говорится, взять и задавить. Прям душат. Задушат, которые динария я им не должен. Даже одного динария не должен. Душат. А свои 2000 талантов забыли. Прошу, одумайтесь. И что вам из того, что увидели? Не полезу, не заходи, это мой ресурс. Нам приходят люди, при том, которые нападают, это люди новые, которые наши, они вообще, ну, сказали, увидели и все. Повторяю, женщины и мужчины разные отношения к одежде. Там даже поднять подол. Подол поднять пятый видно, и то в осуждении. А для мужчины такого повеления Бог мне, женщинам не давал, разденься и ходи. Покажи им, весь мир будет такой раздетый. И я показал, будете раздеты, у вас ничего не будет. У меня нет переодеть чего. Я одежду развешиваю, она быстро подсохла, я одел, теперь пошел в храм. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.